Пьяный лихач, который угробил в ДТП своего друга, а сам отделался царапинами, отправится в колонию на 5 лет. Такое решение вынес Тавдинский районный суд. А началось все, как водится, с дружеской пьянки. Лучшего места, чем салон автомобиля, парни не нашли. Дело было, кстати, в ноябре. На дороге гололед, машина на летней резине, а про ремни безопасности и вовсе забыли. Выехав на трассу, пьяный водитель разогнался до 150 км в час. Закономерно не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Лихой гонщик уцелел, а вот его приятель-пассажир получил смертельные травмы. Теперь мучиться угрызениями совести водитель будет в колонии поселения.